Здравствуйте, дорогие мои коллеги-балхаевцы. Меня зовут Александр Бажан. Я являюсь руководителем центра «Балханич Новгород Кремль», бриллиантовый мастер. Как-то не могу привыкнуть к этому еще своему статусу, но надо привыкать. Я хочу поделиться с вами сегодня о своих впечатлениях о 17-м Ленинском клубе «Балхай Москва». Великолепные впечатления, в целом, если сказать. Поражает, знаете, что поражает какая-то общность всех партнеров, всех присутствующих. Я вчера смотрел на лица, да, повернулся, посмотрел, все улыбаются. Знаете, и из каждого какая-то исходит энергия добра, энергия радости и энергия общего познания компании «Атоми». Великолепное выступление всех лидеров. Очень понравилось выступление Ольги Комаровой, Ирины Найдин. И, конечно, выступление Юрия Цой настраивает на большую работу, большие перспективы. И, кстати, кто говорит, что что-то я знаю, больше не буду на клуб приезжать или буду приезжать через раз, это неправильно. Знать все невозможно. Как правило, чем больше мы знаем, тем больше у нас открывается сфера незнания. Если кто был студент, то знает, что студент, который волнуется перед экзаменом и думает, что он ничего не знает, вот он как раз все и знает. А кто смело идет, тот может получить двойку. Так что этот клуб, это клуб познания, клуб радости, клуб общности людей. И много нового узнали. Кстати, узнали от доктора, забыл, как ее зовут? Ирина Цой. Можно это вырезать, да? Да. От доктора Ирины Цой, новое о витаминах, БАДах, составе их. То есть более глубокие познания, более профессиональные познания, которые нам, конечно, пригодятся. Я хочу всех призывать бывать на этих клубах, привозить с собой новичков. Клуб – это школа знаний, это школа успеха, это школа, которая нам позволит достичь успеха как можно быстро. И это команда «Балхай» – замечательная команда. Команда, я считаю, что это команда лучшая в России команда, и под руководством нашего лидера Юрия Цоя, это великий человек, я скажу, человек мира, который всю свою энергию, душу отдает нам. И, конечно, под его руководством мы придем к тем успехам, которые намечаем. Спасибо. Thank you.